Во всех российских школах сегодня прошли торжественные линейки в честь 1 сентября. В 2023 году новая жизнь начнется у более 2 миллионов первоклассников. Среди них почти 9 тысяч ямальцев. Впереди у ребят много новых открытий и насыщенных дней. Впервые взрослые цели, стремления и результаты. Ну а пока торжественная линейка, долгожданная встреча с одноклассниками, первый учитель и первый звонок. Так начинаются школьные годы. Большие мои зайчики. Поставлю, так девочки, я подросла. Успехов вам, я очень поздравляю. Очень люблю и очень скучаю. Это радостная встреча на линейке у первоклашек и их теперь уже бывшей воспитательницы из детского сада. Не смогла она 1 сентября остаться дома. Пришла посмотреть на своих птенчиков. Это мои воспитанники, выпуск мой. Волнительные чувства, я их очень люблю. Желаю им успехов. Чтобы учителя были очень добрыми, терпеливыми. Вот. И чтобы учебный год у них был очень интересным, увлекательным. День бантиков и цветов. 1 сентября всегда волнительный праздник. Особый трепет он вызывает, конечно же, у первоклассников. Они – главные герои торжественной линейки. Я хочу поступить в эту школу и хочу в ней учиться. Новая жизнь начнется не только у первоклашек. В этом году Залина Кирейтова взяла под свое крыло 25 учеников. В Новом Уренгое это ее первый класс. Немножечко присутствует все-таки волнение, так как детки маленькие, ничего. Будем вместе с ними учиться всему. Научимся вместе читать, писать. Переживают и родители, даже если в семье уже учатся дети. Каждый первый класс как в первый раз. Переживаем. У нас уже это второй ребенок, который старше 8 пошел. А младший вот прям готов к школе, очень довольный, радостный, прям с хорошим настроением в первый класс. Для всех школьников этот учебный год готовит много нововведений. Старшеклассники начнут учить историю по новым учебникам. А еще детей ждет изучение китайского языка и управление дронами. Вернут в школы трудовое воспитание с пометкой «Обязательное». Люблю классного руководителя, люблю свой класс. Надеюсь, год пройдет хорошо. Очень рада увидеться с одноклассниками. Интересно, потому что мы в 8 классе новые предметы будут, ОБЖ, химия. Надеюсь на положительный и легкий учебный год. Соскучились по друзьям? 50. Нормально так. Соскучилась по друзьям, хочу поскорее в школу. В 4-м говорили, будет тяжелее. Ну так все будет, тяжело. Вчерашних дошколят сегодня прошли их первые классные часы и знакомство с первыми учителями. На Ямале сели за парты почти 9 тысяч первоклассников. В подарок они получили арктическую азбуку. В этом году книгу о Ямале обновили. Уроки у ребят начнутся с понедельника. Судя по серьезным разговорам на задней парте, в атмосферу знаний юные школьники уже влились с решения математических задач. А что умножить на 100 равно 10 тысяч? Что умножить на 100? 10 тысяч. А 1000 на 1000 – 1 миллион. Я сам не понимаю, как это работает. Дорогие первоклассники, делайте первые шаги в своей новой жизни и наслаждайтесь этим чудесным школьным временем. Все у вас получится. Окунулись в День знаний и вспомнили свое 1 сентября. Татьяна Забродина, Евгений Шевченко, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24.